Суждено ли вашим планам сбыться? Сделаем три варианта и посмотрим на рунах, какая подсказка, что нам хотят карты рассказать. Так, смотрим, у нас будет первый вариант, второй вариант и третий вариант. Подумайте, пожалуйста, о вашей ситуации, что вас сейчас, так сказать, волнует. И выбираем только один, два, три, один вариант. Поехали смотреть. Так, единички, суждено ли вашим планам сбыться? Да, девчонки, 100% да, но, возможно, вам еще придется приложить какие-то усилия, и, возможно, ответ на ваш вопрос придет не так быстро, как хотелось бы. То есть тут немножко растянуто по времени. Либо это будет конец августа, потому что тут у нас руна Яро, да, сбор урожая, либо все-таки в течение полугода, максимум до года. Вот такая вот информация. Двоечки, суждено ли вашим планам сбыться? А у нас выходит руна Эйвас, мы сейчас уточним. Пока какая-то ситуация очень подвешенная, непонятная. Суждено ли? Да, ваша ситуация однозначно будет прорыв. Будет какая-то большая трансформация, я бы сказала, выход с какой-то тьмы. То есть тут идет такой рассвет, да. По срокам это либо вообще один день, либо это в течение месяца. Но прорыв однозначно будет. Пока ситуация какая-то очень подвешенная. Так, и третий вариант. Суждено ли вашим планам сбыться? Да, девчонки, однозначно, да, выходит руна Ансус. Сейчас еще тоже уточню. Но тут суждено даже с поддержкой высших сил. Главное принимать правильное решение, пройти какую-то сейчас напряженную ситуацию, и, девчонки, все решится. 100% да, решение будет, но немножечко нужно вот руну Турисас пройти, да, потому что Турисас, ситуация какая-то у вас, ну, такая сложная. Сложная, напряженная, где-то колкая, но, тем не менее, вопрос будет решен 100%. Все, давайте, я вас обнимаю. Пока-пока.